Давай, давай, беги, беги, лови этого ушастого. Блин, что он там делает? Легко сам поймал. Оскар, ты чё, Том и Джерри смотришь? Пошли работать, бездельник. Это чё такое? Ты хочешь сказать, заработал 1700 рублей, смотря фильм? Ну да. Походу, друзья, мне нужно что-то вам рассказать. Начнем с приложения, которое позволяет зарабатывать на полном пассиве под названием Globus. Скачивайте это приложение, запускаете его, все, заработок пошел. Суть заработка заключается в том, что вам на экране блокировки телефона, вот здесь, изредка начинает показываться реклама. Так вот, за просмотр этой рекламы вам и платят. Мне, смотрите, вот, показалось за сегодня всего одна рекламка, и я за это заработал 000825 долларов. А это, между прочим, полрубля за один просмотр, и это реально круто. То есть 100 рекламок глянули, и 50 рублей уже ваши. Но чтобы реклама начала показываться, надо выдать приложению некоторые разрешения. Во-первых, после первого запуска приложение само запросит у вас некоторые разрешения, и вам их необходимо все выдать. Но этих разрешений будет недостаточно для нормального заработка, поэтому идем в настройки телефона. Здесь спускаемся ниже, нажимаем приложение, все приложения, и в поиске ищем приложение Globus. Дальше заходим в раздел другие разрешения, и здесь выдаем все разрешения, чтобы были вот такие вот зеленые галочки, как у меня. И после этого заработку ничего не будет мешать, и он будет идти в нормальном режиме. Реклама здесь показывается в формате картинки, то есть ее можно сразу брать и закрывать. Не надо ничего ждать, и это круто. Поэтому вам заработок вообще никак не мешает. Можно сказать, что вы реально получаете деньги на пассиве. Включили телефон, высветилась здесь реклама, вы ее вот так смахнули и за это получили деньги. Все. И реклама у всех появляется по-разному. Все зависит от того, в какой вы стране и в каком городе живете. Вот у меня, например, она минут 10 назад показалась, и пока ее, как видите, нету. Также частенько бывает, реклама показывается прямо вот на экране телефона, то есть просто появился баннер, вы его закрыли и получили деньги. И за такие баннеры, которые появляются просто на экране, платят так же, как и за те, которые появляются здесь, на экране блокировки. И самое главное, приложение не надо держать открытым, вы его запустили, вот так вот свернули, и все, пошли заниматься своими делами, там, смотреть ютубчик, тикток, играть в игры и так далее. Кстати, это приложение можно установить как на Android, так и, смотрите, на iPhone и даже на ваш компьютер. Так что устанавливайте на все устройства, которые у вас есть, чтобы зарабатывать в разы больше. Вывести заработанные деньги можно куда угодно. Это банковская карта, WebMoney, баланс телефона или PayPal. Минималка на вывод 50 центов. По сегодняшнему курсу это примерно где-то 40 рублей. Дальше идет сайт с огромным количеством простых способов заработка, за которые он платит в долларах, за счет чего получается, что он платит гораздо больше, чем многие другие сайты с оплатой в рублях. Первый способ заработка – это просмотр рекламных сайтов. Здесь чем вы дольше сидите на сайте, тем больше денег получаете. Вот смотрите, есть сайты премиум раздела. Здесь необходимо сидеть на сайте по одной минуте, и вам за каждый такой сайт будут платить 0,05 долларов. А это, друзья, 0,40 рублей. Да, за один просмотр, и это реально круто, давайте это сделаем. Вот просто для этого переходим на необходимый сайт и ждем вот эту вот полоску загрузки до конца. Полоска полностью прогрузилась, проходим капчу, здесь надо выбрать перевернутую картинку. Все, спасибо за просмотр, деньги у нас на балансе. И чем ниже разделы, тем они более дешевые. Вот, например, на этих сайтах надо вообще сидеть по 5 секунд, за это вам будут платить 0,007 долларов. А это примерно где-то 0,05 рублей. Дальше идет заработок на просмотре видосов на YouTube. Вот, за просмотр этого видео вы получите 0,014 рублей, это примерно 0,10 рублей. Давайте включаем это видео, запускаем его. И это видео, естественно, не надо смотреть полностью, достаточно посмотреть всего лишь 20 секунд. Все, 20 секунд прошло, мы видео выключаем, возвращаемся назад, и деньги заплачены. И напоследок самый прибыльный раздел под названием «Платные офферы». Здесь содержится для многих знакомый способ заработка на установке других приложений. Вот, например, надо скачать эту игру и достигнуть в ней 23 уровня. За это вы получите 12,5 тысяч коинов. А один коин это 0,01 доллар. То есть мы 0,001 доллар умножаем на 12600 коинов, значит вы за это задание заработаете 12,5 баксов. А по сегодняшнему курсу это, друзья, косарь. Да, за то, что играете в игру и достигаете 23 уровня, косарь, блин! И это, друзья, далеко не самое дорогое задание, таких заданий здесь просто полно. Вот, например, еще какая-то игра, достигнете здесь 25 уровня, получите почти 300 коинов. А это, между прочим, полдоллара, то есть в районе 40 рублей. То есть, друзья, выполнив два этих задания, вы уже заработаете больше 1000 рублей, и это, друзья, кайф. Скажу сразу, что тут зарабатывать можно бесконечно в прямом смысле слова. Заданий тут сотни, пока вы выполняете одно, здесь
успевает появляться еще 2-3 задания. Таким образом, только за день с этого раздела можно зарабатывать по 500 и по 600 рублей, и это реально круто. Вывести заработанные деньги можно на Payeer кошелек, а также в криптовалюте, на такой как биткоин, Dogecoin, эфириум или лайткоин. Минималка на выплату всего лишь $1, то есть 80 рублей, заработать которые тут можно буквально за первый час работы. Дальше идет сайт Кинотекст, который платит за то, что вы смотрите фильмы. А если быть точнее, то вы смотрите фильмы и сериалы и пишете здесь о них краткое описание, то есть, ну, о чем был этот фильм. Разработчики используют это описание для онлайн-кинотеатров, а вам за это платят. Вот задание. Здесь необходимо написать описание к вот этому вот сериалу под названием «И в печали, и в радости». Описание должно быть от 600 до 1000 символов. А здесь, друзья, за каждые 1000 символов, то есть за каждые 1000 букв и цифр, вы получаете 15 рублей. То есть написали описание к этому сериалу, про который я вам сейчас рассказал, и получили за это 15 рублей. 10 таких описаний быстренько сделали, 150 рублей получили. И, друзья, описание должно быть строго уникальным, то есть нельзя просто скопировать с другого сайта и сюда вставить. За это ваш аккаунт могут заблокировать, поэтому надо все писать самому. Но что делать, если вы не знаете фильм, а смотреть его нет времени или не хочется, или вы просто смотрели фильм, но плохо пишете? В таком случае вы можете переписывать уже готовые описания своими словами. Таким образом, текст будет становиться полностью уникальным, и сейчас покажу лучший способ, как это быстро сделать и зарабатывать благодаря этому способу по несколько сотен рублей за пару часов. Вот, например, выбираем любой фильм или сериал, и здесь нажимаем «Кинопоиск», чтобы узнать, как этот фильм или сериал пишется на английском. Вот его английское название. Мы это название копируем. Затем вставляем все это дело в Гугле и открываем какой-нибудь далеко не самый первый сайт. И вот, я нашел какой-то сайт, где кратко описывается этот фильм. Копируем это описание и переводим это описание на русский. Для перевода я советую использовать сайт под названием DeepL. В этом переводчике встроен искусственный интеллект, и он переводит куда круче Гугла. Просто вставляем сюда скопированное и получаем готовый текст. Копируем его. Дальше заходим на любой сайт, где можно проверить текст на уникальность. Вот, например, contentwatch.ru. Вставляем сюда. Дальше в тексте убираем все самое лишнее. Вот это там стираем, запятые, точки ставим, лишние буковки и так далее. В общем, приводим текст в нормальный вид, который можно читать. И жмем проверить. И здесь вот указано сразу, сколько у нас длина текста, 900 символов, нам отлично подходит до 1000. И уникальность. Уникальность должна быть максимально приближена к 100%. Если у вас вот такая вот получилась низкая, как у меня, то меняете то, что здесь выделено желтым цветом, своими словами. Вот и все. Затем на сайте нажимаете «Я выполню», вставляете свой готовый текст и получаете за это деньги после того, как он пройдет проверку. И, кстати, да, друзья, перед первым выполнением задания вам надо всего лишь один раз пройти небольшой тест по русскому языку, состоящий из нескольких вопросов. Там вообще все просто, но если что, ответы, как всегда, можно найти в интернете. Я про этот сайт давно снимал проверку и тогда выяснил, что тут в легкую за несколько часов можно заработать 200, 300 и даже 400 рублей. Выводят заработанные деньги на Юмани, ну или же Яндекс.Деньги, и Киви кошелек. Минималка на выплату на Юмани 20 рублей, а на Киви 50. И да, деньги выводятся здесь автоматически, то есть ничего нажимать не надо, раз в неделю по четвергам. А также советую посмотреть видео, где я показал сайт, в котором вам платят по 700 рублей за регистрацию. На этом все, пока.